вот этих вот агиентов. Сегодня мы решили сделать быстрое вкусное печенье. Для этого что нам нужно, Тёня? Рассказывай. Вот это вот крошка и сухарей. Да. А это у нас корица. Да, корица. Вот такая корица. Дальше что нам еще нужно для печенья? Масло, молоко. Да. И вот что у нас в конце будет? Это что? Это шоколад белый. Это шоколад белый. А его можно чуть-чуть попробовать. Можно. Мы смешаем все эти ингредиенты. Да, сделаем колобочки. Да. Обваляем в белом шоколаде. И у нас получится вкуснятина. Ну, пальчики просто оближешь. Да? Да. Хорошо. Так, берем такую посудинку. Денис у нас будет сегодня. Ну, давай, насыпай. Все смешивать. Давай вот это насыпай. Давай, насыпай. Раз. Давай 5. 5? Да. Давай 5, а потом, в принципе, можно все высыпать. У нас тут немного. Вот мы взяли где-то грамм 150 вот, сухарей. А где вы взяли сухарей? В магазине купили. Каком? Магазин называется «Караван». Караван? Угу. Караване? Да. Купили в «Караване». Вот, измельчили. У нас такая крошка получилась. Почти как мука. Только сладкая. Да. Угу. Так. Молодец. Давай, мама поможет тебе. Я все высыпем, да? Вот так. Все высыпаем. А теперь перемешаем. Перемешаем. Добавим корицу туда. Да, давай. Я сам добавлю. Конечно, добавляй. Вот так. Все, добавь. Угу. А надо какая-то... Теперь перемешай. Перемешай. Угу. А теперь у нас получилось. Какая-то кавасяная. Да, точно. Овсяная каша и сухари. Да. Да. Все. Все. Дальше добавим молоко. Молоко, да? Да, молоко потихонечку добавляем. Может быть, этого даже много молока. Мама тут взяла где-то 200 грамм. Вот. Может, нам 200 грамм и не нужно. Ну, в принципе, наверное, нормально будет. Посмотрим. Если будет немножечко жидкое, то не страшно. Ну, теперь давай перемешиваем. Можешь взять вот эту большую ложку. Большой ложкой аккуратненько перемешивай. А теперь я овсяная вот это вот. Туда вперед, вот так вот. У нас такая глинка получилась. Вот так, молодец. Еще, еще, хорошенько. Давай, мама поможет тебе. Видишь, так, хорошо, такое вот тесто у нас получилось. Да, у нас получилось такое тесто. Ого, пахнет хорошо. Пахнет ванилькой? Понюхай. Да, замечательно пахнет. И очень вкусно. Да, да, и мне тоже. Еще в эту массу можно добавлять изюм. А давай масло. Если захочется. Давай масло теперь. Да, теперь давай масло. Наливай, тоже потихонечку, аккуратненько туда выливай. Масло вот так. Ой, ничего страшного, сейчас мы вот так вот всю эту массу сюда. Так. А теперь мешаем. Да, теперь мешаем. Как вкусно пахнет. Давай теперь мешаем. Видишь? А потом я вот эту ложку буду перемешивать. Перемешивать, да? Да. А теперь можно перемешивать? Сейчас.
У нас, в принципе, уже масса наша готова. Это как орешек красит. Угу. Вот, получается такой колобок. Держи. Получились наши печенюшки? Печенюшки? Кругленькие. Как мы их назовем, Денис? Давай назовем круголичные. Можно есть? Конечно, можно. О, как вкусно. Да? Вкусненько? Очень? Да. Ну, я рада, что тебе понравилось. Ну, в общем-то, пробуйте делать такое печенье. И приятного аппетита всем. И Дениске тоже. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Молодец. Ну, очень вкусный. Да? Ну, кушай. На здоровье.